Так. Вот видите, бока вертикальные. Такой же на 29-ке есть и на 34-ке. Вот, любое попадание в эту часть равно ваншот. Нихуя я разогнался, я точно не в аркаде. Что-то он прям попер нормально так. А, ну слушай, я нормально попал. Теперь главное аккуратненько пострелять. Турмс стоит брать? Нет, не стоит брать. Почему-то 29 подняли БР с 67 до 7.0. Не знаю, видимо, я имбовал, блядь. Подняли и БК в первую очередь добавили. Вообще отлично. Раньше-то у него БК в щеке не было, поэтому ты мог башней танкануть нормально. Шеридан нет. Если бы пум не было, было бы более-менее. Так. Стоит брать британский прем-колесник. Но если ты умеешь на притопах играть от второй линии, то да, возможно, стоит. Но если ты хорошо карты знаешь, потому что тебе на нем придется искать позиции. Ну прикинь, ты на колеснике попал на городскую карту. Что ты будешь на нем делать? Он картонный. Его пробивает там вообще чуть ли не блядь, танк первого ранга. Что ты будешь на нем делать, если ты карту не знаешь? Поедешь, сольешься. Колесники отлично играются на больших картах. Ой, блядь, какой урон, да, да. Настоящий, бля, урон. Самолет летает. Не, лучше, если ты новичок в игре, то лучше брать что-то среднее. О, спасибо. Ну все, сейчас тебе на рулеточку хватило почти, даже на две, наверное, возможно. Не, на две не хватит. Ты, кстати, рулетку крутишь? Ой, блядь. Чё, кстати, выпадало самое что-нибудь такое жирное, нет? Да какого хуя КД сбросилось, блядь? Самая жирная Кингтрова. Но мне этот выпадал. Что-то там... Короче, за 300 этих, по-моему, за 300 или за 200. Понятно. Джекпотик выпал, был вообще заебись. Пятерочка. 6 раз бреду скатать, нихуя себе. Проще стрим по Брэди заказать тогда уж. Спасибо, папаша, блядь, за нерег выстрела в каток. Мне кажется, проще докинуть и заказать стрим по Брэди. Это будет больше, наверное, профит. Блядь, попробуй только, сука... Зарядись. Танкую. Да. Мой лимит исчерпан. Ладно, тогда скатаю. Понял. Что могу сказать о ветке США 100 ранг? Хорошая ветка. Одна из лучших в игре.
Выходи, я тебя видел. Не, не буду говорить. Кемпер просто скажу. А то забанить еще нахуй. 1К, кстати, до левела не хватило. Надо яйца накидать, значит. Чтоб хватило. Бетховен. Есть яичко. Бетховен, доставай яйца. Два яичка надо, и будет 1К. Ну не знаю, я бы, наверное, все-таки, может, Абрамс взял бы. Ну все, шляпы дадут, ура! Теперь буду ушастый. Блять, где он там лазит нахер? Где он там лазит? Капец, как долго фармится. Просто избиение идет. Вафентрагеры всякие. Ну слушай, вот он в РБ мне намного лучше нравится, чем в аркаде. В аркаде это как картонное говнище. А в РБ, довольно неплохо, слушай. Против пантер-то вообще заебись. Попал на плюс один. Они никуда пробить не могут. Хреново, что с выбитым стволом заряжание орудия прекращается. А так вообще отлично все. Ну, тут нормально народу так-то еще. Сейчас какой-нибудь Исян. В смысле усатая шляпа? Ушастая получается. Че это такое было? А че шляпа 24 часа только? Ну, так вот. Только так получается. Один скиллов. Еще есть один. Не, нормальная тема. Я просто стоял лицом, танковал эти пантеры. Но у меня нет было противников, которые могут нормально меня убить. Единственный вариант, куда они могли в щеку выстрелить. Да, они бы меня пробили, но... Но такое. До дома стоит. Танкисты спрятались на респауне. Блин, ну не достать его, наверное. Дай пиксель хотя бы увидеть. Вот он стоит, дорогой. Бля, красивый на пантере. Ага. Понял. Какой-то тип резнулся. С этим надо поаккуратнее быть. Ну, можно слиться, конечно, об ягу. Можно и не слиться. Что, блять, какой мехвод? Ладно, все, хватит. Игра сказала, заканчивай. Заканчивай, бит. Кусты, кстати, спасают, смотрите. За счет этого они не могут мне никуда нормально пробить. Кусты нимба. Ну, я не буду сливаться. Урон закончился. Испарился, да, испарился.
Блин, ну это супер лайтовая катка какая-то, я хз. Просто я как будто на супер тяжелом танке, они могут меня пробить, куда-то стреляют и все. Ну, то 12 килов сюда.